Сегодня Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник считается самым удивительным у православных верующих. И Успение – это не кончина, а завершение, которое становится началом. Валентина Палкина с подробностями. Согласно преданию, перед кончиной Пресвятая Дева Мария хотела увидеть всех апостолов, которые к тому времени разошлись по разным местам проповедовать христианскую веру. Святой Дух чудесным образом собрал их у ложа Пресвятой Богородицы. К погребению не успел лишь апостол Фома. Когда апостол Фома, который не присутствовал при, скажем, вот этом событии, он попросил, чтобы ему открыли гробницу Божьей Матери, то он увидел, что ее тела тоже нет. И вот это как бы событие, которое произошло, когда она была и своим телом, и душой вознесена в рай. Праздник Успения – один из самых неожиданных для светского миропонимания. Разве можно праздновать смерть? Но славянское слово «успение» означает «сон». И смысл этого праздника в том, что нет больше той смерти, которая ждала каждого до воскресения Христова. Нет скорби о смерти, нет страха перед ней. Послезавтра во всех храмах будет происходить особая торжественная служба, радостная и покаянная одновременно, когда вокруг храма будут плащаницы обходить, потом будет читаться чин погребения Божьей Матери, и затем плащаница будет уноситься в алтарь в ознаменование того, что в гробе ее нет, что она и своим телом вознесена на небо. Поэтому особенность этого праздника в том, что люди приходят поклониться именно Святой Плащанице. На Вятской земле Успение Пресвятой Богородицы – тройной праздник. Это еще и духовный день рождения всего Трифонова монастыря. И, конечно же, престольный праздник Успенского собора. Валентина Палкина, Денис Тружков, Вести, Кировская область.